всему, это крайний прыжок этого дня. То есть, если сейчас не получится, то что, будет переносить на завтра? Да, так и есть, Николай. Собственно говоря, согласно регламенту, дается 3 дня на установление рекорда. Первый день рекордный, 2 остальных резервных на случай, если будет погода плохая или какие-то другие будут вмешательства извне, собственно говоря, в мероприятие. Поэтому дается 3 дня. Народ не устает уже даже к концу первого дня, да, не говоря же о последующих днях. Ведь видно же, что уже люди на земле, они устают, у них теряется какой-то напор, что ли, нет? В воздухе там не чувствуется? Очень чувствуется, безусловно, после такого количества прыжков за день насыщенных и энергоемких, люди устали. Но, с другой стороны, это и плюс, потому что, когда люди устали... Рекорд! Рекорд! Они собрали рекорд! Не может быть! Да, так и есть, это рекорд! Они собрали рекорд! Это рекорд! Вадим, что случилось? Смотри, вы собирали 17, чудо, да. И там кто-то подошел, я видел, там кто-то подошел. Да, мы можем видеть, что Сергей Макеев, который прыгал 3-м оператором, который также являлся участником нашего рекорда, не выдержал, что у нас не получается делать 18 way, а только 17, и решил вмешаться и исправить ситуацию. Собственно говоря, что мы и видим. Да, то есть вот 17 висит, да? Да, 17 висит готовых. И вот он подходит, небольшое затенение попадает, тут же выравнивается. И мы видим, что готов 18 way. Рекорд состоялся. Ура, ребята, поздравляю вас. Поздравляю тебя, ты был в базе. Отлично, прекрасно. Что ты почувствовал, когда вы поняли, что рекорд есть? Феерия, фантастика. Я, когда открыл купол и полетел под парашютом, я кричал от восторга и был настолько счастлив. Осуществились все мечты. То, что тебе не дали сделать в прошлом году, сейчас это стало реальным. Да, согласен. Это было супер вообще. Все были счастливы. Был восторг, прекрасный день, прекрасное, логичное окончание дня, рекорд, вперед, Россия! Здорово! Вадим, ну что, спасибо тебе большое за очень интересный и познавательный экскурс в мир фрифлая, и еще раз поздравляю, успехов тебе в будущем! Спасибо! Пока! Пока! Планировали 17, но получилось 18. Вот так даже? Да. Собственно говоря, как я и говорил, все расслабились, устали, сбросили лишние нагрузки. И вот оно, чудо. 18 way, рекорд Восточной Европы. Радуйтесь вместе с нами. Макеев Сергей с нами прыгал операторами, как бэк-камерой, но поступила такая негласная установка. Если формация соберется, то пусть Макеев тоже присутствует в своем слоте. Просто прыгали, снимали с Игорем. Вижу, собрали ребята. Подошел, как схватился. Кадр тебе? Все. Вот просто так вот, так? Да, что там рядом было, подошел, взялся. Вот так скромно наши парашютисты подходят и спасают рекорды. С чем мы их поздравляем, желаем им огромных спортивных успехов и личный респект Сергею Макееву. Сергей. Спасибо. Спасибо респект. Большое. Все круто. Мы все счастливы и рады, что мы это сделали. Все собрали, 18 человек. Все молодцы. Все отлично. Все просто. Я очень рад. Вот. И всем рекомендую заниматься парашютным спортом. Вот так. Ba-da-ba-da.